Комментарий от благодарного подписчика Татьяны Белоус. Эти величественные руины, утопленные почти до половины своей высоты, полуосыпавшиеся и заросшие уже молодыми деревцами, уцелевшие и молчаливые свидетели неизвестного катаклизма, даже не планетарного, а космического масштаба. И грустно, и интригующе. Кто же эти неизвестные герои, еще смотрящие на нас из глубины ниш и постаментов, стоящие на крышах и восседающие на пьедесталах? Кому посвящены их скульптурные портреты? О чем говорят их жесты и величественные позы? Сколько же времени прошло с тех пор, когда вновь созданные сияли они непревзойденной красотой и гармонией? Загадка. Все покрыто тайной и забвением. И лишь их совершенство и недостижимое искусство их создания рассказывает нам о величии их строителей. Thank you.